26 июня 2022 год. Вот, короче, покос частный. 26 июня 2022 год. Короче, траве, ну просто некуда будет деться. Ей просто будет материться нельзя. Вот участочек, ну давненько как бы его не обслуживали, ласки он не видел. Но вот сейчас мы растем профессионализм, уже у нас два триммера 250-х. Один триммер получается с лесочкой, второй триммер с диском. Поэтому где-то лесочкой будем работать сразу, где-то диском. Короче, из разных дисков, которые я 4 года занимаюсь профессионально покосом, короче, начинал я с фирменных дисков, штилевских, вот, наверное, двойка или тройка толщина, да? Вот он вот так стирался, я его неправильно затачивал. Надо затачивать его прямой угол, чтобы был. Вот такие диски. Потом я перешел к вот таким дискам китайским, трехлопастным. Затем мы открыли для себя, когда тендер выиграли в городе Уссурийске от Пушкинского моста до Чечерина, в городе Уссурийске дамбу косили, мы вот этими дисками вот освоили, да? Сейчас в летнем лагере Суворовском училище я освоил и у свата, у Олега Валерьевича, вот посмотрел вот такой диск, 40 зубцов с алмазными насечками. Круче этого диска нету. Его можно даже кусты мелкие спали с толщиной, как фрезой, делать. Лесочка троечка, она отбрасывает траву и рубит все. Ну вот, есть лесочка 2,4, есть лесочка еще тонкая 2,4. Вот такие, да, вот она вот такая, как на штилевской катушке. Ну все, работаем. Диски, значит, катушки вот так стираются в тло. Их не выбрасывать, они взаимозаменяемые, на запчасти идут. Короче, обзор вот такой. Мошка полетит. В спецназе по 350 рублей вот такие накомарники. Дождь пойдет. Химической защиты плащ. Сапоги. Ну все, работаем. Там перекусить, там полежать, все есть. Вот такой участок, как было. Все. Все? Маленько держи, сейчас... Ну, начнем с лесочки. Обязательно щиток, потому что прилетает, конкретно прилетает. Особенно если плохие мысли. Значит, вчера все смазал. Получается, вот такие усы, это плохо. Их надо откусывать, поэтому с собой кусачки маникюрные. Оно лишнее не надо. Попадаешь, да? Ага. Вот. На коттеджах вот так не делаем. От брезки и проволоки собираем лески. На коттеджах так делать нельзя. Короче, летит все справа налево. Стекла машин. Дети, бабушки, коляски. На первом этаже стекла вылетают на раз, на 15 метров. Техника безопасности. Поэтому увидите косаря, убегайте. Значит, еще надо одевать фартук. Фартук надо одевать. Ну, фартук у меня под инструментами. Ну, все, как бы отпускаем заказчиков. На холостых оборотах штилю нежелательно работать.
Значит, заявочки плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Телеграмом, плюс 7-914-974-45-45. Друзья, смотрите, за оборудованием ухаживаем, за машинами ухаживаем, за домом ухаживаем, за дачами ухаживаем. За собой, за себя любимым надо тоже ухаживать, какие-то БАДы вкидывать. Я вкидываю БАДы к компании 4Life Research, 4LifeDV.ru, 4Life.com. Зайдите, посмотрите, загуглите. Трансферфактор в гинекологии, трансферфактор в педиатрии, трансферфактор для омоложения, трансферфактор, кто летает из зимы в лето, трансферфактор, кто летает из лета в зиму. Короче, это для компетентного иммунитета. Восстановим иммунитет, иммунитет, панацея восстановит все остальное. У кого детишек там нету, там... Это 60-80% это вирусы, бактерии, грибы, там иммунную систему восстанавливаем, пропиваем, любовь, морковь, рождаются 9-бальные, 10-бальные детишки, да? Но не от таблеток рождаются 9-бальные, 10-бальные, рождаются от здоровой, компетентной иммунной системы. Смотрите YouTube-канал Стороженко Владимир. Я специально показываю свою работу, чтобы вдохновить людей, что есть шанс хорошо жить-поживать, добра наживать. Просто была проблема в 2015 году, реально проблема. Восстановился, и получается, живу лишние 6,5 лет. Живем, поживаем, добра наживаем. Желаю, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспектива во всех сферах жизни, верные друзья и международный бизнес. Занимаемся физическим трудом, а головой 200 стран мира, 300 миллионов русскоязычных людей, связи по всей там России, по миру. Во в каждом крупном городе в стране есть люди, дистрибьюторы компании 4Life Research, нет конкуренции там, люди с душой широкой, реально помогаем друг другу, ты мне, я тебе, 22 года уже, 80 стран мира, универсальная, нету ни в одной другой компании, если кальций есть во всех компаниях, трансфер фактор молекул для иммунной памяти, это можно сказать элемент материнского молозива, из коровьего молозива и из яичных желтков, нет нигде. Если посмотреть альтернативу, то немцы делают это, то, что 18 грамм, 1800 миллиграмм, это стоит 6,5 миллионов. Full-life research это стоит 3,5 тысячи, 4,5 тысячи. Ну, одной баночки, конечно, маловато, но есть система сетевого маркетинга. Обращайтесь ко мне, Стороженко Владимир, плюс 7-924-123-24-44, работают 24/7, проконсультируем, присоединим к ведущим специалистам иммунологического центра по восстановлению иммунитета в вашем городе и будем и самоокупанием приобретать эти БАДы. И если вы любите людей и помогать людям, будем строить международный бизнес. Приглашаю в команду 4Life Research. Туши, Ольга.